Здравствуйте! В эту субботу такое настроение, когда все хочется подвергнуть критике. И главное, это касается также и близких. Не хотите скандала? Тогда просто наблюдайте и не включайтесь. Благоприятно сегодня заняться уборкой, навести порядок там, куда прежде не доходили руки. В общем, поиграйте в ревизором. И кстати, если у вас есть неработающая техника, либо отремонтируйте, либо выкидывайте. А еще вам, скорее всего, захочется сегодня уединения. Поэтому вечер с книжкой в любимом кресле будет то, что надо. Берегите себя, и пусть вам попадется очень интересная книжка. До встречи завтра. Хороших выходных.